Гарри, вот-вот начнется церемония награждения. Здравствуйте, мои дорогие ученики и ученицы! Сейчас мы с вами начнем церемонию награждения лучшего факультета. Посмотрим, какой факультет у нас лидирует на этой неделе. Больше всего баллов набрал Гриффиндор. Гарри, тебя ждет комната победителей. Гарри, я хочу осмотреть место преступления. Обычно там караулит Филч, но сейчас он как раз куда-то ушел. Думаешь, тайные комнаты вправду существуют? Кто знает. По-моему, в истории Флитвика что-то есть, хоть он сам в нее и не верит. К тому же Дамблдор не смог оживить миссис Норрис. Думаю, ее заколдовал... не человек. Вот мы и на месте. Давайте поищем какие-нибудь следы, раз уж мы здесь, а Филч нет. Помните, тогда здесь на полу была вода. Интересно, откуда она взялась? По-моему, отсюда. Давайте посмотрим. Туда нельзя! Это туалет для девочек. Ну и что? Он ведь не работает. Там живет Плакса Миртл. Собственно, из-за нее туалет и закрыли. Она постоянно устраивает истерики и затапливает все вокруг. Ненавижу, когда меня обсуждают за моей спиной. А все-таки кто наследник Слизерина? Кому нужно, чтобы в школе оставались только чистокровные маги? Разумеется, это Малфой. Помнишь, он назвал Гермиону грязнокровкой. Вот только как это доказать? Очень просто. Надо проникнуть в гостиную Слизерина и спросить самого Малфоя. Но так, чтобы он принял нас за своих. Но это же невозможно. Для этого нам понадобится оборотное зелье. Выпив его, можно превратиться в кого угодно. Мы превратим в Гарри в Слизеринца, и никто даже не догадается, что это Гарри. Боюсь, два ингредиента, толченый рог двурога и тертую шкуру бумсланга, будет очень трудно достать. Гарри, принесешь мне этот рог? А где его взять? Кажется, он был в личных запасах Снега. Я не уверена насчет шкуры бумсланга. Схожу в библиотеку, проверю. Ага, коридор залит эктоплазмой. Сейчас повеселимся.
Спасибо. Алла Хамора. Thank you.
Аврора. Рикто
центра!
Я в кабинете зелий. Только бы Снег меня не застукал. Nintendo! Thank you.
О, Гарри, пришел за покупками. Я нашел рог двурога. Отлично. Тогда я начну варить зелье. Правда, я пока не знаю, где взять второй ингредиент, но это вопрос времени. Гарри, в Хогвартсе открылся дуэльный клуб. Сегодня первые занятия. Интересно. Если хочешь научиться вести дуэли, приходи в большой зал. Всем меня видно? Всем слышно? Прекрасно! Я учредил дуэльный клуб, чтобы научить вас приемам защиты. Собрания клуба будут происходить ежедневно в комнате за большим залом. Дуэль ведется до тех пор, пока один из ее участников не потеряет сознание. На дуэлях разрешены три заклинания. Rictus Empro отбрасывает противника и уменьшает его выносливость. Мимбль-вимбль мешает противнику применить следующее заклинание. Экспеллиармус отражает заклинание противника на него самого. Чтобы выбрать заклинание, прокрути список с помощью правой кнопки мыши. Чтобы атаковать противника выбранным заклинанием, нажми левую кнопку мыши. Удерживая эту кнопку нажатой, ты можешь вложить дополнительную силу в заклинание Rictus Empro или Мимбль-Вимбль. Обратите внимание, что во время дуэли нельзя пить зелье и совершать прыжки. Для участия в дуэли требуются конфетки дрожжа Берти Ботс. Победитель получает конфетки побежденного. Чтобы вызвать ученика на дуэль, подойди к нему. Если у тебя в запасе достаточно конфеток, поединок состоится. Мой помощник, профессор Снэк. Я ваш коллега, а не помощник. Рассказал мне, что знает кое-что о дуэлях и любезно согласился принять участие в нашем мероприятии. А теперь небольшая демонстрация. Мистер Поттер и мистер Уизли, прошу на ринг. Нет. Эту неразлучную парочку необходимо разделить. Мистер Малфой, подойдите сюда. Посмотрим, как знаменитый Гарри Поттер сразится с вами. Я проучу тебя, Поттер! Ну что ж, палочки к бою. На счет три начинаем. Боишься, Поттер? И не надейся. Раз, два, три. Берегись, Поттер. Твой противник — представитель несравненного Слизерина. Держи дистанцию. Не подпускай Поттера близко. Поттер победил Слизеринца. Какая жалость! Серпенсортия! Пошли прочь! Что это было? Может, Гарри просто шипел? О, нет! Не может быть! Не может быть! Это не он! Гарри, ты Змееуст!
Ты умеешь говорить со змеями. А то, что на змеином языке говорил Салазар Слин. Оттуда и змея в его гербе. О, нет! Точно! И теперь вся школа будет думать, что ты прапраправнук этого самого Слизерина. Но я ведь никакой не прапра... Ладно, увидимся позже. Пока, Гарри. Всю ночь Гарри мучил один вопрос. А вдруг он и вправду потомок Слизерина?